Всем ассаламу алейкум, дорогие друзья. Вот я снова здесь, в зале. Иншаллах, восстанавливаемся. Недавно по соревнованию в Турции пико команда Дильшат ДК джиу-джитсу, Дильшат Кудайбергенов, это трехкратный чемпион мира, с группой заняли третье почетное место и первое в Турции. Поэтому всех приглашаю именно в этот зал, чтобы все приходили, занимались джиу-джитсу, джиу-джитсу ОС. Ну и, конечно, чтобы было все идеально! С вами я, Нариман Шеф, и Дильшат Кудайбергенов. Джиу-джитсу ОС! Поздравляем с комиссией пояса! Ахмат написано. От души. Очень сильно бьем. Три человека прям мощные.